Раннее утро началось с ярчайшего тумана. Просто ничего не видно было. Я вылез из палатки, спал вот здесь с дальнобойщиками. Как можно заметить, сразу же переднее стекло камеры не то чтобы запотевает, но конденсат и, собственно, сам туман улучшает видимость. Ну, примерно, наверное, так я в реальности и видел. Машин не видно, поэтому очень аккуратно выезжаю на дорогу и еду неспешно. Надел дождевик, чтобы не промокнуть, потому что от тумана одежда сразу же отсыревает. Ну и далее вот там проехал какой-то кортеж, непонятно кого. Машины не парятся, несутся не то чтобы на все деньги, но в принципе достаточно быстро. Я еду стараюсь ехать в крайней правой полосе, потому что, ну, меня не особо видно даже в этом комбинезончике. И плюс еще фуры, непонятно с какой скоростью едут. Но вот в последний момент ты как бы видишь то, что перед тобой кто-то там едет, и надо перестраиваться. Ну а дальше уже погода немножечко распогодилась. Сейчас примерно часов 7 утра. Где-то в это время я выезжаю. Ну, уже ближе к 11 стало ясно. В сторону Воронежа. А дорога уже известная, ну, мне, по крайней мере, ездил по ней неоднократно, но все равно решил немножечко записать этих вот любимых участков, тем более погода стала намного приятнее.
бесплатному участку и свернул. Ну, собственно, вот здесь вот я куда-то там свернул. Платки. И мне вот эта дорога понравилась намного больше, хотя пришлось. Трафика практически никакого нету, есть поворотики, какая-то зелень растет, уже интересно, чем ехать в пятый. Видимо, какое-то поселение. Вот особо понравилось. Это вот арка из кроны деревьев. Летом, наверное, здесь вообще будет прекрасно. Асфальт так себе. Дальше можно будет заметить, что, ну, это осень, что грибников много. Люди оставляют машины на обочине и идут собирать грибы. Ну, мне такое качество дорожного покрытия вполне устраивает, мотоцикл справляется. Еще какое-то небольшое усиление. Вот опять солнышко. Вот такие вот участки особо приятные после езды по трассе.
когда здесь уже начинаю подбираться непосредственно к самому Воронежу, вот уже приезжаю в Воронеж с южной стороны, по-моему. Ну, чуть-чуть поснимал в городе, потому что с этой стороны я еще не ехал, и тем более не получалось мне все никак ехать именно днем, да еще и в такую классную погоду и настроение. Ну и дальше будет центр, и там уже я заруливаю.